Привет, друзья! Скоро Масленица. Провожаем зиму, встречаем весну, печем блины. Блин – это символ солнца, олицетворяющий собой тепло, пробуждение всего живого весной. Сегодня у нас очень простой рецепт – заварные блины. Блинчики делаются очень быстро, а если есть у вас побольше времени, то можно сделать и обыкновенные блины по этому рецепту. Этот рецепт моей бабушки. Бабушкины блины всегда вкусные, тоненькие. Я до сих пор помню, как мы спорили, кому же достанется первый блин. Нам понадобится молоко 250 мл, пол чайной ложечки соли и 3 столовые ложки сахара. Все хорошо перемешиваем. 3 яйца. 1, 2, 3. Перемешали и добавляем муку. Муку лучше просеять. Нам понадобится 160 грамм муки. Быстро просеиваем и венчиком замешиваем тесто. Хорошо размешиваем и разбиваем все комочки. И теперь добавляем кипяток 250 мл или очень-очень горячую воду. Но если у вас есть время, вы можете не добавлять кипяток, а добавить воду комнатной температуры. Дать постоять минут 20-30 и выпекать блины. Они тоже получаются очень вкусные. И в конце добавляем 3 столовые ложки растительного масла, чтобы каждый раз не смазывать сковородку. Тесто готово, печем блины. Первый раз я сковородку смазываю. Выливаем и быстро распределяем тесто по сковородке. Блины пекутся очень-очень быстро. Вот такие румяные, красивые, тоненькие получаются наши блинчики. Эти блинчики на нашем столе не только на Масленицу, а и просто в выходные или когда очень-очень хочется. В моей семье эти блины любят с разными начинками и различными топпингами. Я очень люблю с клубничным вареньем и сметаной. Все, блины готовы. Давайте любой блинчик посмотрим, какой он тоненький. Совсем тоненький, прям прозрачный. Подаем на стол и пробуем. Вкуснятина. Смотрите, разорвем блинчик. Тоненький. Сейчас попробуем. Так, джем. Это апельсиновый джем. Вкусно, очень-очень вкусно. Так, и сметана. Пока я показывала блинчики, кто-то уже один блинчик стащил. Друзья, большое вам спасибо, что вы посмотрели это видео. Поддержите меня лайками, пишите комментарии, по каким рецептам вы больше всего любите блины и как ваша семья встречает Масленицу. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Большое спасибо за подписку на мой канал. Друзья, веселой Масленицы! Пока-пока!